Приветствую вас на моем канале разборов телепередач, психологических обзоров и моего творчества. А зовут меня Оксана Гель. Сейчас я вам расскажу, как сложилась жизнь у героев проекта «Холостяк» после проекта, а именно, что показали в постшоу проекта «Холостячка. Как выйти замуж». А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше, Саша или Леша. А я продолжу рассказывать о жизни героев проекта «Холостячка». И остановимся мы сегодня на Назаре. Он всячески пытается показать, что он хороший отец. После проекта он немного набрал подписчиков, около 20 тысяч. Хотя уже пытается все равно продавать контент, рекламу. И всячески показать, что он хороший отец. Он постит разные истории с пиццей, как он со своим сыном где-то гуляет. Пытается реабилитироваться за плохой имидж. Правильно делает. Он говорит о том, что он помирился со своей прошлой супругой. Они налаживают отношения, но показали в анонсе, что она вышла замуж. Но вышла замуж она не за него. Они просто пытаются наладить отношения, как отец и мать одного ребенка. А вы мне напишите в комментариях, как вам вообще Назар и за кого вы болели, за Сашу или за Лёшу? Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!